Всем привет! Это Аэропорт, а это я, Даня Комков. Пока видео не началось, подпишись на мой Инстаграм. Инстаграм. Раньше я снимал видео, был бабушкой Марисен, ублюдком в шубе, гусем и кем меня только называли. Но сейчас я решил дать дорогу молодым. Так вот, в этот аэропорт прилетел Леша Ченский. Леша француз, прилетевший к нам напрямую из Киева. Ну, как напрямую, через Минск. А еще он участник проекта Hype Camp. Теперь Леша будет видеоблогером, ну или по крайней мере попытается им стать. Леша заселился в мой хостел, Hype Hostel. Вместе с ним будут жить еще три персонажа. Илья Белов, придурковатый чувак с синдромом странной бабы с рынка. Женя Светский, гей, никогда не устающий говорить всем и каждому о том, что он гей. И Даня Вегас, парень с обложки с накачанным прессом, который нравится Жене Светскому. Они, кстати говоря, тоже участники проекта Hype Camp. В этом шоу мы покажем реальную жизнь блогеров, без цензуры, без монтажа и цветокоррекции. Это первое шоу на YouTube в формате влога с элементами реалити. Это влогалити. В общем, добро пожаловать в Hype Hostel. Hype Hostel! Смотрите в этой серии. Ребята идут выгуливаться в кинотеатр. Илья Белов устроился уборщицей торгового центра. Жесткий скандал Жени Светски и Белова. Марьяна подралась с Ильей. Это и многое другое в новой серии Hype Hostel. Знаете что? Хоть вы ни хрена не делаете, но если вы продолжите дальше ни хрена не делать, я буду расстраиваться, потому что... Почему я сделал? Потому что я вас поверил, а вы ничего не делаете. То, что ты просил, я сделал. Ты молодец. Вот не выпущай всех. Но ты тоже выпендриваешься. Я не выпендриваюсь. Я очень скромный человек. Ты много разговариваешь. Если, ну, не так много, как некоторые, конечно. Но... но сейчас, чтобы как-то вас подбодрить, поднять ваш боевой дух, мы с вами едем в кино. Что? Серьезно? Серьезно? Да. А на что? У Ильи так много радости. Он просто перестал делать шоу. Ура! Кино! Ура! Я эту точку сделал для кино специально. Ты ее съел? Где кусок? И там нас будет ждать один интересный человек. В общем, едем в кино. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас собирайтесь. Ура! Кино! Кнись! Задолбали орать просто. А мы все слышим. Мне пофигу. Орут каждый день. Мне уже соседи по хостелу звонят. Из полиции звонят. Все мне звонят. В общем, очень стыдно. Наверное, я их стерилизую. Говорят, когда стерилизуют, спокойнее становятся животные. Они стоят и все слушают сейчас. И смотрят на меня, как будто я их стерилизую. Особенно Илья не хочет стерилизоваться. А мы идем в кино? В кино. Я носки потерял, мне что делать, ты, если что, никому не скажешь, то я носки не надевал, ладно? А это комната, где Лёша возлегает с Эдвардом Атевой. Ты что, офигел? Хватит уже! Хватит уже всем рассказывать правду! Цензуры не будет, понял, Лёша? Так, съебись все отсюда, нахуй! Смотреть? Нет, блядь! И дверь закрой за собой. Я сказала, ты уйди. Илья. Да. У меня для тебя, подожди, у меня для тебя... Тихо, я первый говорю. Хорошо. У меня для тебя секрет. Да. Угадай чей. Ты должен угадать чей. Женя. Нет, улитки. Смотри. Секрет улитки. Смешно. Все. Ты не мог носки найти, я нашел, да. Это один, дебил. А второй вот я не могу найти. А вот. Ура, я носки нашел. Но не пойми, что просто я хочу нормальные. Не надо. Все карты. Илья, почему у тебя мусорка? А у нас Марина не пришла. Мань, покажи мусорку. Это такое. Это так ты комнату оформил, да? Ну да. У меня еще ковер лежал, но у меня батарею прорвало и все затопило. Можешь еще дверцу открыть. Но лучше не надо. Что? У меня очень интересно. Висят вешалки. Но все валяется внизу. Ой, вы ничего не понимаете, рептилоиды. А что у тебя... Блядь, паранормальное явление. У меня елка не валяется, там нормально.
На хэп-кэмпе ты с Машей так сдружился. Зачем ты меня билкой тычешь? Каждому ведущему нужен микрофон. А, хорошо. Ты ведущий. А, нет. Поэтому я тебе представляю. Спасибо. С Машей у вас как? Маша очень отличный человек, светлый. Это обычно... Да, это я все уже слышал. Вот она в Украину уехала, ты по ней скучаешь? Да, конечно, мы общаемся в Инстаграме, а она мне помогает против порчи, всякие сглазы, ритуалы кидает. Мы с ней это обсуждаем, эти темы. А она мне посоветовала записаться к кинезиологу, и я скоро пойду к кинезиологу. Кому? К кинезиологу. Кто это? Он ей вылечил грыжу. Это такой психолог. Я вот могу сейчас, подождите. Ну, короче, этот человек, вот, допустим, у тебя заболела голова. Нет, ну, там опухоль началась. Подожди. Началась опухоль. Опухоль началась. Если у тебя опухоль началась, вот ты можешь пойти к человеку, типа психологу. Он там делает какой-то определенный ритуал, у тебя ничего не болит. Кинезиология называется. Маша говорит, что что-то так вылечила. Ты мне рассказываешь или я кому, куда ты смотришь? А, ну да, ну просто у нас там камера скрытая снимает. Она не скрытая, тут Ваня сидит. Ну, не обязательно. Не обязательно. Жень. Здравствуйте. Все, пока, у тебя сральня дикая. Потому что кто-то не купил, бюджет не выделил, да, Дань? Такая бомжарня, как ты тут живешь, я не понимаю. Как ты тут не живешь? Как? Никак. Я за ним случайно пошел. Фрути, но не тути. Это же фирменный бренд. Извините, у меня это... Не-не-не, все хорошо, я просто... Вдруг с вами что-то случилось. Не-не-не, все хорошо, забота. Не успели купить, покушать. Она самая лучшая сосиска крутильщица. Она крутит самые лучшие сосиски. Приятного аппетита, девушка. Приятного аппетита. Кушаем. Кушать хорошо. Девушка, где вы меня видели? У помоек я не лазаю. А где вы меня видели? Сосиски крутили. Сосиска крутильщица? А мы только что сосиска крутильщицу увидели. Я знаю, она все. Она самая лучшая, она ушла. Я хотел еще раз снять. Сосиска крутильщица самая лучшая. У вас самая вкусная красивая такая типа крутилки. Но, девушка, теперь вы сосиска крутильщица, а не она. Знаете. Нет, давай новую кличку. Сосиска крутка. Нормально? Нет, очень. Почему, девушка, сосиска крутка нормально, пойдет. Мне не нравится, значит. Давайте. Вань, помогай придумать. Сосиска крутильщица была, сосиска крутка не понравилась. Сосиска не до крутка. Нет. Девушка, давайте просто девушка. Самая лучшая называю. Вот. Марьяна, давай вместе. Чё? Припев. Давай. Это новая рубрика «Поём где-то в кино». За руку. Временные отношения. Потому что я родная судьба. Сейчас припев будет. Всем спасибо. У тебя 4 даты. Проходишь дальше. Хостел. На вкладушку. Не-не-не-не-не, я могу спать даже на полу, мне не привыкать. А, да, да. Очень было хорошо. На детишки, сходите, купите еще. Короче, жарешь все сосиски, а я пока отвлекаю. Сосиска сосисичит, пойдем. У нас есть 500 рублей. Помните, у нас было задание украсить комнату. Это нам нужно украсить туалет, желудок. Если вам, вам захотелось пожрать, сделать. Но денег нет, мы, можно всегда поднажрать, что осталось. Сосиски. Да, какие цены? Остатки вкусненькие, вот, девушка. Ваня, как ты думаешь, мне стоит заплатить за сосиску, которую я съел? Нет? Нет, все равно мне нужно съесть. Заплатить и съесть? Не, да, Ваня, мне надо заплатить. Да, Ваня, не спорь. Надо платить за свои эти ты грехи. Ты заплатишь за все. Ты за все заплатишь! Я насру под дверь и... Ну и сри! Под свою дверь, потому что двери наши рядышком. Нет. Будет. Здесь нельзя сидеть.
А это ладно. Мы ждем сосиски. Мы ждем сосиску. Еще вы долго очень готовите. 7 минут мы ждем уже. Не, просто сидеть. 7 минут. Почему? А зачем лавочку поставили, если здесь нельзя сидеть? Это лавочка. Для чего здесь лавочка стоит? Ну просто сидеть. Зачем вы ее поставили? Объясните, для чего вы поставили лампочку, если за лавочку? Лавочка. Лавочку здесь поставили, значит, он у нас дебилоид, не обращайте внимания. Все правильно. Сразу видно, да, по нему, что дебилоид. Я вообще в шоке, ребята. Подходит к нам охранник и говорит, нельзя сидеть на лавочке. Встаньте с лавочки, уйдите, пошли вон. Сидите в фойе. Вы вообще зачем? Я говорю, мы сосиски ждем. Мы же должны где-то ждать. Мы же должны быть на территории. Вообще я в шоке. Сними меня. Ну все, лавочка закрыта. Мужчина. Мужчина. А лавочка открыта или закрыта? Он сказал, что можно. Можно сидеть, да? Можно. Спасибо! Что не сдержишь, мы с Михаилом договорились. Женя меня с***ал. Он переходит все границы. Меня это не устраивает, и я такого больше не переживу. Это полное не самоудовлетворение, это полное невежество. Ну, как говорится, с***. А меня с***ал Илья. Он просто не уважает меня и говорит, что у меня мать собачья, сука. Говорит, твоя мать собачья, своя сам тут собачка. Мать твоя собака, ебать, ненавижу его, это ему, блядь, не место, блядь. Не надо мне так говорить, пошел, да пошел. Ну, короче, ты. Эти два дебила, как всегда, срутся, я тут самый добрый, я со всеми дружу, всем спасибо. Ага, конечно. 2 миллиона на моем канале. Ну, что я могу ответить? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, только обрыгает и комментарий сам себе напишет под всеми видео. Это был Леша Ченский, La France de Paris. Здравствуйте, я съел у вас одну сосиску и не доплатил. Ну, платить-то не пришлось, она же съедена. Но потом я, короче, пришел и заплатил за две. У меня совесть чиста моя, да, совесть перед вами. Все, слава богу, ха-ха! А без билетов пройду. Всем привет. А какой мы фильм смотрели? Джиперский репресс. Ну, какой комков нам купил, блядь, этот фильм? Такой исходили, блядь. Оху... Такое говно я никогда на таком говнище не видел. Я, конечно, себя видел в зеркало, но, блядь, такого говна я никогда не видел. А в конце эта фраза, как это? Я увижу тебя, мразь. Если вы пойдете на фильм... Я убью тебя, уродливая мразь. Я убью тебя, уродливая мразь. Если вы пойдете на Jeepers Creepers 3, то не ходите на Jeepers Creepers 3, потому что это самая ебаная, которая встречается только в этом существенном мире, блядь. Все, нас... я в инвалидов толе. Мы посмотрели фильм Jeepers Peepers. Он настолько... Джиперс Криперс, мы посмотрели фильм, это настолько плохо, что это смешно. Мне понравилось, я получил огромное удовольствие от просмотра. Так это ты спал! Нет, это было очень смешно, мне понравилось. Весь фильм его протыкали копьями и в конце... Ножи, просто исчез еще на 23 мне года, пиздец, они будут франшизу эту бесконечно продолжать. Каждый год будет выходить новый часть. Я получил удовольствие, пипец. Потому что я так проржал, это было супер смешно. Давайте пранканем Илью Белова. Нина! Это пугает! Это Джиперкалитер 30. Ой. Там такая музычка культурная, сразу вообще понимаешь. Понимаю. Слушай, там такая все треки. Пойдемте. Реально крутая музыка! А, всем привет! Я Лев Еб***. Сегодня я проверю ваш туалет на туалет! Вода! Нет, обеспи, отопление не дали! А водок грязный, музыка вся переполнена! Посмотрите, вся переполнена! Музыка играет не динамичная, культурная! Я вообще в шоке! Полотенчики есть, а туалет... О, мой любимый трэш! Это просто моя любимая мышка, как бы такой не поддерживаться? Это лучше. Так пугает. Это пугает, Вот это перебрал.
О май годнес. Это ты, Марьяна Ро! Это же Марьяна Ро! О нет! Палочки чесночные! О нет, только не попёру, сёру! Всё, материал хватит! Ой, фу! Фу, блин, я коленку ударила! О, возьми эту штуку с собой домой! Лучший! Так после всех там. А у меня чесночные палочки. Всё! А, нет! Верни! Давай! Как я? Ну танцуй! Снимай! А раньше в 11 лет я учился танцевать драм-н-бейс. Я открывал приложение и учился. Там был урок один. Движение вот такое. Второе я не выучил. И третье было мало. Я не выучил ни одно. Смотрите, кстати, тут вообще пусто. Можно снимать в ночь, 24 часа челлендж. Смотрите, клаустрофобия. Ой. Что такое клаустрофобия? Сухарики! Сухарики! Я обосрался. Смотри, я обосрался. Я тоже. Больше в кино с ними не пойду. Теперь немножко мнение того, кто боится всех фильмов ужасов. Мне было страшно моментами, но в общем и целом фильм очень забавный, очень смешной. А если вы любите типа ужастики, на которыми можно поржать, он не задумывался смешным. Нет. Безусловно, режиссер хотел напугать. Но. Бонус. Горло болит. Ю-ху! Смотрите в следующей серии Хайп Хостела. В гости к ребятам пришел сам Ивангай. Званый ужин на проекте Hype Hostel, ну а также новый секретный гость. Кто же пришел к ребятам на званый ужин, узнаете в новой серии проекта Hype Hostel. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии Hype Hostel. Ну а также пишите в комментарии свои задания, которые участники проекта Hype Hostel выполнят в одной из следующих серий. С вами был голос Дани Комкова, ну а я пошел гладить свою шубу и чистить очки Гуччи. Увидимся на просторах интернета.